Пишите у нас. Музыка и зарубежка осталась. А что? Я не поняла, ты сделала, что мне сдала? Нет, а все блин, Не радость. Старость, не радость. Что такое? Ты что, поворот не делаешь? Зачем мне там? Надо. Ну, пошли, Катя. Не умирай. Я слышу, какой голос хриплый. Чуть вчера не сдохла, Катя. Жиза. Итак, у вас на столе
велика гематома, і далі, що серце не починає отримувати тисню, відбувається рух крові назад, там артерити починають швидко, що кортиться, да? І тим самим починається вимирання. Що у нас трохи глибіше, тому що я вам так розвивала стінки Вен. І що вайп заходить, що ж? Ми бачимо, що зараз ці плавани втратили еластичність, і вони тільки потім вони затримують ту саму кров. І так само вона там збирається, і буде прям глибіше, і також за робітлену. Прикольно. Последние секунды 2020-го. Все, ну что? Прикольно. По этой фотке один год. Ровно. Больше. Иди сюда. Не сделала. Это я. Только насчет Москвы была. Да нет. По лицам, ой, тебе по глазам или по плечам? Смотри, ой, себе лопа не взяла. Тёма. Мама не спасёт. Because company. Oh, yeah. Because company. Вот ты потом придёшь. Потом сам. Ну, мне потом надо. Братан, да, давай, блядь, мякиш, не бойся. Ты куда? Сейчас будем пипки делать. Так, получается, что мы будем жрать после второго и после третьего? Получается. Можно на утро булочки оставить? Да. Кто половин? Школа. Половинку, но я завтра не буду покупать. Почему? Ну... Посмотрим, сколько уроков. Ага. Посмотрим. Смотри. Давай, сколько? Стой. Я мать, да. Стой, а ты походу даун. Чё? Какой же ты тут забыл, блядь?
Да, кайфую, да. Ну ты на сам тысяч буду взять. Я тебе шесть мы сейчас. Я кайфую, да. Ну надо заподстричься, Андрюша. Да? А знаешь, что Алекс надо заподстричься? Не верю. Реально, Алекс надо заподстричься. Ебать, ответь. Я не верю. Я не могу, два слова вообще. Он еще на занос начнет, да, реально, красавчик. Ох, сынок, Калюля. Она, знаешь, как было похоже? Дай тебе его фотку, покажу. Ты в шоке. Все, я написала сюжет. Написала сюжет, все. Ой, мамочки, так, сейчас будем делать. Ну беги, беги, удачи. Я один получу вообще. Я один получу. Я вообще уже стихи не учу, понимаешь? Мне же настолько насрать надо. Чё надо? Я еще больше в шоке от того, что на меня качал не подписался. И тебе не понять этого, понимаешь? На качалке на... Ты, этот сама на качалке, это не подписано. А вот мы друзья. Это круто. А мне не кажется. Что, показал? Нет. А мне не кажется, потому что... Блять, ну, это тупо. Качалки не рассказывают про каждого фаната Зака. Зак. Даже на котором он подписался, да? Да, это тупо. Чего ты это взяла? Потому что это так.